Приветствую вас, Михаил. Я думаю, что вы, собственно, не решили свою основную проблему, которая у вас изначально была. Вот. И комплексы. И, собственно, сейчас это, на мой взгляд, оказывает весьма существенное влияние на ваше поведение, на то, как вы вот, ну, взаимодействуете с людьми, в том числе и с этим парнем, которого вы описываете. Вот. И чтобы избавиться вот от этого, этих мыслей, хотя, на мой взгляд, вам важнее не избавляться от этих мыслей как таковых, вам важнее для себя понять, что за ними скрывается. Вот. И, конечно, речь идет о самооценке, вне всякого сомнения. То есть вам нужно поработать с самооценкой, да, с тем, чтобы воспринимать себя несколько по-другому, несколько лучше, вот, несколько полнее и так далее. Вот, ощущение навязывания возникает, когда человек сам себя не ценит. Ну и плюс, если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что эти мысли, вот, они у вас никак не сформированы. То есть попросту мысли о том, что вы с ним, да, но а что именно вы с ним? То есть, ну вот вы с ним, а что именно вы с ним, да? То есть это очень важный момент, как мне кажется. Кроме того, я бы отметил еще стыд, в котором вы говорите про нормальную ориентацию. Вот. То есть почему-то ориентация делится у вас на нормальную и ненормальную, то есть это тоже элементы, ну, элементы комплекса здесь у вас. Значит, по работе с психологом, то, что вы описывали, что вот не очень понятно, помогло вам или нет, а почему вы не обращайтесь больше, вам сейчас эта помощь нужна, вот. Но в целом у меня сложилось вот такое впечатление, что вы не очень сильно, мягко говоря, интересуетесь своей жизнью. То есть, как будто бы вам не интересна ваша жизнь, а интересны только люди в ней. Вот. И, соответственно, единственная ценность, ну вот, в вашей жизни это другие люди. Ну, тяжеловато. Наверное,
вам в такой позиции находиться, я полагаю. У вас есть потребность во внимании и некоторые проявления аутоагрессии, что нормально с учетом того, насколько вы сдержанный человек. Ну, как мне показалось из вашего текста. Вот. Но важно, конечно, с этим работать. То есть, навязчивые мысли, которые вот у вас, ну, условно говоря, появляются, да, навязчивость, вот, это следствие определенных желаний, но нужно постараться определить, что это за, ну, что это за желание, ну, вот, что из себя они представляют, эти желания. Вот. И, может быть, вы смогли бы увидеть, например, то, чего, ну, чего боитесь, допустим, или чего вам хочется. То, что у вас отец вот такой достаточно, ну, закрытый получается. Вот, да. Может, ну, может, может приводить к определенной депривации. Вот. Ну, я имею в виду эмоциональная депривация и психологическая тоже. Вот. Вот. Такая вот история. Такой вот момент. Избавиться вам, конечно, можно помочь, там, не так, ну, не так сложно сделать, вот. То есть, действительно, вам нужна помощь, вот. Другой вопрос. Готовы ли вы к ней, потому что, ну, вы жили, вы жили так, вы жили в таком, ну, ключе, да, ну, ну, достаточно продолжительное время. Вот. И, на мой взгляд, вам достаточно сложно будет, ну, переключиться. Вот. Потому что это будет и страшно, это будет и как-то, может быть, где-то вот в каких-то аспектах болезненно, вот.
То есть, в целом, тут выработка, навыков необходимо. А выработка навыков именно другого поведения немного. Ну, конечно, если вы этого сами хотите, безусловно. Если вы сами этого не хотите, то имеет смысл задуматься, чего вообще вы хотите от психолога, так, да? Вот, в принципе, то, что я могу вам ответить. На этом все, пожалуй. Пока что. Пока что на этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.